То есть человек заболевает каким-то легким респираторным заболеванием. Он начинает применять антибиотики. Значит, предположим, что источником был даже не вирус, против которого антибиотики не действуют, а микроорганизм. В итоге у него есть два варианта. Либо он применит антибиотик и в итоге проболеет там 3 дня, ну условно. Либо он не будет применять антибиотик и поболеет там полторы недели, 2 недели. А в итоге, что когда человек начинает применять антибиотик, тот микроорганизм, который в нем находится, патогенный микроорганизм, он, естественно, начинает вырабатывать резистентность. Он попадает потом к другому человеку, тот начинает применять антибиотики, резистентность еще сильнее усиливается и так далее. Таким образом, такой микроб, когда он попадает в больничную среду, где-нибудь вот в операционных, еще где-то, где нам действительно нужно средство антибактериальное, которым мы должны уничтожить эти микробы, на этот микроб уже эти антибиотики не действуют. И в итоге фарм-индустрия должна постоянно создавать новые антибиотики. И, похоже, эта история как-то заканчивается, потому что очень похоже на то, что все возможные варианты уже перебрали.